Праздник, сопоставимый со Святой Пасхой, в городе прошли торжества в честь собора святых Ивановской митрополии. Сотни людей приняли участие в крестном ходе. По центральным улицам города пронесли ковчег со святыми мощами новомучеников и исповедников 20 века. Мероприятие приурочено к столетию начала эпохи гонений на русскую церковь. Крестный ход прошел по улице Смирнова от Успенского кафедрального собора, по улице Бубнова через площадь Революции, по проспекту Ленина до Троицкого храма на площади Пушкина. В ковчеге находятся мощи трех святых служителей, принявших смерть за свою веру. В этот святой благословенный день мы собрались все вместе для того, чтобы почтить наших с вами предшественников, которые, сохранив верность, веру в Бога и верность Ему, пожертвовали самым дорогим, что у них было, своей жизнью. Но Господь им даровал жизнь вечную. В торжественном молебне приняли участие митрополит Иваново-Вознесенский и Вичурский Иосиф, епископ Касимовский и Сасовский Дионисий, и епископ Кинешемский и Полесский Ларион, также епископ Шуйский и Тейковский Матфей. Завершение молебна приложиться к святым мощам смогли все желающие. Для верующих региона собор святых Ивановской митрополии – это очень большой праздник. В списке собора более 30 имен праведников Иваново-Вознесенской земли. Это очень важно. Люди, которые за нас пострадали, батюшки, конечно, это очень важно. Мы за ним теперь молимся. В крестном ходе и торжественном молебне также приняли участие первые лица города и региона. На время шествия часть оживленных городских проспектов была перекрыта. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.